Всем привет, профессор на линии. Хочу сегодня рассказать о косметике, которую я недавно приобретала. И это косметика корейская. Я очень люблю корейские всякие новомодные штучки, потому что они реально нереальные. Все это было приобретено в аптеке. И в принципе-то я уже умылась и, наверное, с умывалок и начну. Хотя нет, наверное, первое, что покажу, это бальзам, потому что у меня губы просто пересыхают, и я не могу без увлажнения. Я покажу его поближе. Пока вы смотрите его вблизи, я обязательно его нанесу на губы. Как написано на упаковке, именно расшифровка, то это гигиеническая помада фруктовая Milk со вкусом вишни. Здесь 5,6 грамм. Обогащенная молочной эссенцией, витамином Е, натуральными антиоксидантами, которые обеспечивают увлажнение, защиту кожи губ. Гиалуроновая кислота способствует удалению морщинок и бла-бла-бла. Расскажу свои ощущения, так как это у нас тест-драйв все-таки корейской косметики. Такие бальзамы я раньше не использовала и не пробовала, тем более уж корейский. Он очень хорошо увлажнял губы, не был очень жирным, не впитывался слишком, не высыхал. Он именно выполнял те функции, которые нужно было выполнять. Запах божественный, такой немножко сладкой вишни. Он немножко имеет терпкий вкус, но я его зачастую и не ощущаю, поэтому мне особо как бы и по боку. Написано, кстати, что можно использовать даже зимой. Короче, я пойду, наверное, в аптеку заново и буду закупаться этими бальзамами, потому что упаковка удобная. Как бы я не любила бальзамы Нивея в жестяных банках, меня в последнее время это просто убивает. Я в основном пользуюсь такими бальзамами в банках только дома, либо у меня есть бальзамы в стиках, которые нужно выдавливать. Все равно я выдавливаю на палец, наношу на губы, и такими бальзамами я тоже не очень люблю пользоваться на улице, потому что руки зачастую всегда грязные. Не всегда мы их вытираем, не всегда ты вспоминаешь об этом, а если этого не сделать и нанести бальзам грязными руками, то у меня обычно вокруг губ вскакивает какая-нибудь болячка. Мне и вам этого не нужно, поэтому-то я советую вот такие вот стики. Так, ну и перейдем, конечно же, к умывалке. Это средство у меня идет с улиткой. Пока вы наблюдаете, как я умываюсь, я хочу вам сказать, что умываться ею очень приятно. Образуется обильная пена при контакте с водой, и умывание проходит очень нежно. При смывании кожа просто скрипит. Высыпаний никаких она у меня не вызвала, ничего тоже негативного она у меня на лице не сделала. Наоборот, даже есть подсушивающий некий эффект, который мне иногда нужен для каких-то несовершенств. Но я буквально после умывания сразу же наношу какую-нибудь сыворотку, эссенцию, масло. Умывалка, кстати, от фирмы Ultex, по-моему, или Ulex. Также у меня было приобретено средство гель-скраб с экстрактом алоэ. Упаковка, кстати, очень похожа на знаменитые гели всякие для тела, для умывания. От Холика, по-моему, либо их сейчас штампуют все, кому не лень, я не в курсе, если честно. Но это средство от фирмы Yabit Plant, и это на самом деле не гель-скраб, пилинг, скатка, что ни на есть. Хорошо, что я просто пробовала подобные средства, иначе бы, если бы я попробовала первый раз, не знавши, я думаю, я бы перепугалась, почему с меня слазит кожа. Средства здесь очень много, вы сами понимаете, 260 миллилитров. Написано, что его можно использовать и на тело. Я на тело еще не использовала, но на лицо пробовала и на руки тоже. Очень нежная кожа потом. Очень нравится мне запах, он приятный, запах алоэ.
что может быть неприятного. Ну и перейдем уже к лицу, потому что у меня лицо уже становится таким пожухлым и скоро превратится в изюм. Чтобы этого не было, я после умывания обычно наношу эмульсию, крем для области вокруг глаз. Вся, кстати, последующая косметика у меня от фирмы Кайси. Но предыстория. Я до всей вот этой вот покупки всех этих средств приобретала в аптеке просто вот такой вот набор этой же косметики. Я как раз таки его приобрела для путешествия, но мое путешествие немного откладывается, либо вообще отменится, я пока еще не знаю. Здесь находится тоник, эмульсия и питательный крем. Сначала мне показалось, что мне даже на затест не хватит нормально понять, нравится мне, что что-то из этих средств или нет. Их реально мне хватило на очень долго. Я буквально только недавно закончила все эти средства. Так вот, попробовав эти миниатюрки, я, соответственно, пришла недавно в аптеку и приобрела уже полноразмерные некоторые версии. Вы просто посмотрите на этот размер. И я, когда приобретала, я не знала, что ее аж 100 миллилитров. Я просто увидела упаковку. Обычно у нас, мы привыкли, да, упаковка больше, чем сам крем. И я думала, он будет, в какой-нибудь такой тубе. Но он именно, что ни на есть, в той упаковке, которая мне сейчас очень нравится, именно с помпой. Я думаю, вы сами понимаете, как это гигиенично и как это удобно. Я решила не брать тоник, так как у меня есть еще тоник, и решила все-таки приобрести эмульсию, так как она мне очень понравилась. Крем тоже бесподобный был, но я решила пока его не брать, может, ближе к зимнему периоду времени я его приобрету, не знаю, короче. У меня просто много уже других новых средств, и я пока еще в раздумьях. А так как у меня этой эмульсии, как вы видите, дофига и больше, я могу еще и родным отливать, то, соответственно, я навряд ли куплю крем. Короче, я уже нанесла крем под глаза и только потом одуплилась, что не включила запись. Ну ничего, нанесем еще раз. Так как я без зеркала, будет все происходить хаотично. Крем белого оттенка в начале, но потом при распределении, так как он легкий, он становится прозрачным. Он не высветляет круги под глазами, как вы можете заметить. Крем аж 30 грамм, я вообще не знаю, куда я буду его мазать. Мне очень быстро надоедает всякая косметика. Он сейчас уже впитался, я чувствую, какая кожа очень нежная под глазами. Эмульсия очень увлажняющая, она просто делает кожу такой ухоженной на вид, защищает кожу от неблагоприятного воздействия окружающей среды, делает ее сияющей и привлекательной. Действительно, так и есть. Она, как вы видите, такая вот струя, просто жидкая, текстура легкая очень. Я говорила, что она прям просто какая-то волшебная. Хотя запах всей этой косметики, вот не поверите, что ни на есть, какой-то дешманский. Кожа как будто здоровая, сияющая, если бы еще не какие-то недостатки мои на лице. Тем более, что когда вы кожу свою трогаете, она очень нежная. Я наношу еще на шею, бывает по ночам на зону декольте наношу. Когда я наношу это средство, мне моя кожа нравится. Косметика наносится просто как по маслу. Также я приобрела крем для тела. Да, молочко для тела с алоэ вера. Здесь 550 миллилитров. Меня просто подкупила упаковка с помпой, чтобы не лазить руками туда. Я уже им пользовалась, мне понравилось. Запах, конечно, реально какого-то детского такого нежного крема. Очень ненавязчивый такой. Алоэ где-то отдаленно доносится. Я не знаю, что из этого всего понаписанного здесь название. Я так подозреваю, это название именно марки. Vocali Professional. Крем мне нравится. Он быстро впитывается и остается такое ощущение сначала неприятное, такое как липковатое, что ли, но быстро проходит оно, и, соответственно, кожа становится мягче.
мягкой. И мне интересно, есть ли кто-нибудь из вас, кто пробовал, или также что-нибудь из корейцев, и может мне что-нибудь посоветовать. Мы можем с вами, сами знаете, где встретиться и пообщаться на эту тему. Все, я рассказала вам обо всем, что у меня было нового из корейских продуктов, и у меня есть еще куча всего, что я хочу вам показать, и хочу поделиться с вами своим мнением. И я надеюсь, вам понравилось это видео. Если понравилось, сами знаете что. И если есть вопросы, тоже сами знаете куда. И до новой встречи!